Мода – это профессия. Как сделать так, чтобы она приносила не только удовольствие, но и достаток? Советы раздают ведущие мировые эксперты. В эти дни в белорусской столице проходит первый международный форум «Fashion is my profession». Он призван помочь белорусским дизайнерам сделать их бренды узнаваемыми и, главное, покупаемыми. К своим лекциям зарубежные консультанты подошли основательно, сами встретили Минск по одежке. В этом помогла экскурсия по магазинам. Я купила себе вышиванку и галстук с белорусским орнаментом. Такие вещи в Италии очень ценятся. И единственный совет, который хотелось бы дать белорусским дизайнерам, чтобы шагать в ногу с тенденциями, это всегда придерживаться своих традиций и помнить свои корни. Это очень важно в моде. Это действительно важно, получить информацию с первых уст от тех людей, которые сегодня добились больших успехов, у которых есть большие эксперименты и опыт в плане моды. Темы, которые освещаются в рамках форума, связаны и с маркетингом, и с продвижением бренда на международный уровень. Также связаны с продвижением в интернете. Есть что рассказать и представителям отечественной модной индустрии. Их семинары – одни из самых популярных. За 3 дня секреты успешного бизнеса раскроют более 10 профессионалов из России, Польши, Британии, Италии и Германии. Обещают на форуме обзор коллекции «Весна-лето» на 2 года вперед.